Здравствуйте, это канал Максимадзе и GTA San Andreas Definitive Edition. Да, не Definitive Edition, а Definitive Edition. Я вот недавно совсем только вот узнал, что я все это время был неправ. И вот, извиняюсь за это, больше такого не повторится. Короче, это завершающая серия. Я, вон, много территорий отвоевал, правда, немножко читерил, потому что, когда я сначала без читов отвоевывал, потом... Меня там убивали постоянно, я задолбался. Короче, включил читы на бессмертие и отвоевал немного, довольно немало территорий. Думаю, вот сейчас последнюю территорию отвоюю. Ну или две, может быть, это одна или две, короче. И тогда финальная миссия будет разблокирована. И мы завершим сегодня игру. Короче говоря, с пятницы по понедельник, кстати, видео не выходили, потому что что-то болезнь у меня, она у меня до сих пор еще есть, прогрессировала, что-то у меня голос сильно охрип, я просто еле-еле говорил вообще, не мог записывать в таком состоянии видео, с хриплым голосом, с таким, ну, в общем, короче, беспорядки очень сильно месят, мешают. Да, жесть, короче, творится. Вот сейчас я ехал. Было неприятно. На меня ехала горящая машина. Я от нее уворачивался, врезался, сбил пешехода. Погналась полиция. Но, слава богу, на дороге светилась звезда, и которую я, собственно говоря, взял, и преследование прекратилось. Чтобы начать... захват территории, нужно... Иди нахер, пожалуйста. А, урон-то, кстати, что-то не снимается, я бессмертие-то уже выключил. Вот. Надо убить троих членов банды, чтобы начать атаку. А, нет, это не последние. Две территории надо будет сейчас отвоевать, ну ничего страшного. Когда начинается война за территорию, розыск пропадает. И это хорошо, потому что полицейские реально очень сильно будут мешать это делать. Короче, отражаем волну. Волны. Я сразу его убью, чтобы он потом, чтобы потом не мешал. Значит, это фургон из гаража из моего. Я чувствую, что скоро ему конец придет. Ему колеса, наверное, продырявили уже. Ага, первую волну отразил, значит. Странно, почему урон не снимается? Наверное, из-за того, что я включал читы, я их выключал. Короче говоря, баг. Да, действительно, баг такой есть. Включаешь читы на бессмертие, и они потом... может, оно там на максимум вообще заполняется, и уже только через какое-то там время урон только начинает отниматься. Ну и ладно, надеюсь, он будет не будет отниматься только пока территория твоя, вот эти последние. Так, еще один. Так, куда? Иди сюда, ё-моё. Ой-ой, как больно. Так, давайте теперь... спаунятся члены будут с той стороны, куда мы повернуты спиной сейчас. Вот так вот, видите? И это всегда так. Все, отлично, этот район отвоевали. О, звонят. Карл, это Свит. Эй, как дела? Ты узнал, где смог? После того, как мы разгромили Балласа, Вагасы заговорили. Теперь он наш. Он прячется в Лос-Флоресе, в районе Восточного Лос-Анджелеса. Пора его оседлать, Джей. Хорошо, поехали. Сейчас я зайду за тобой. А, отлично, только одну территорию, да, оставалось отвоевать. Эй, мужик, ты чего стреляешь по мне? Пошел нафиг. Ладно, я оставалось, значит, одну всего. Я думал, две. Ну ладно, поехали тогда домой. Колеса у меня в порядке. Поставим в гараж и поедем. К Биг Смоуку. Наконец-то нам известно его местонахождение. И
Я думаю, вы все помните, кто такой Биг Смоук. Биг Смоук — это наш бывший друг банды, который появлялся в первом сезоне только до этого. Потом предал банду. Изначально, вообще, он, судя по всему, изначально крысой еще был. С балласами работал. Но когда Свит решил реально ударить по балласам, он рассказал балласам о его плане. Ну и в итоге все обернулось западней, в который Свита загремели в тюрьму. Да, а мы оказались за пределами Лос-Сантоса и вернулись только вот в четвертом сезоне у него. Такого предательства мы, конечно же, не простим. Мы должны... Он должен после этого отведать силушки скорострельной. На наш район напали. Да плевать. Пойдемте. End of the line. Эй, Свит! Здорово. Пришло время смоука. Окей, поехали. Братья Джонсы должны убрать этого жирного ублюдка с лица земли. Потом с территориями разбираться будем. Сейчас время смоука. Ты уверен, что он в восточном Лос-Андесе? Да, прямо на окраине Лос-Лореса. Какой-то огромный склад. Ну что ж, хороший предатель, мертвый предатель. Не могу поверить, что такое жопное ведро на колесах ты купил. Если она хорошо работает, зачем ее чинить? Наконец-то все подходит к концу. Братья Джонсоны избавятся от этого дерьма. Нервничаешь? Да, я тоже. Я тоже. А, Биг Смоук внутри этого здания. Слушай, я знаю, что ты тоже хочешь там... Но я туда пойду один. Чё? Смоук играл со мной. Тенпенни играл со мной. Они играли с всеми нами. Да, но ты был прав. Я был подонком, когда семья нуждалась во мне. И я дал Брайну умереть. Это месть за него, за маму. Из-за тебя, брат. Гроу-стрит навсегда. Да, Гроу навсегда. Если вдруг понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. Конечно, ты всегда был рядом, когда нужен был. Дворец Крейга хорошо охраняется. Проникнуть внутрь можно будет только одним путем. Дверь заперта. Придется протаранивать ее. И как раз тяжелая машина тут рядом стоит. Можно легко с помощью нее пробить вход. Контрольная точка сохранена. В этой миссии много чекпоинтов. И, кстати, вот я говорил, что розыск во время захвата территории снимается. И, собственно говоря, в оригинальной версии, оригинальный GTA San Andreas, он не снимался, и это сильно мешало. Здесь снимается и в Android версии. О, и на... Короче. Издание десятилетия. Короче, там сделали так, чтобы он снимался. Розыск. Так, спецназовцы. Так, сейчас мы прорубим проход себе. Странно, что он стреляет водой. Да, как вы понимаете, Биг Смоука после того, как он предал банду, мы ни разу его не видели. Он просто исчез. Ну и где мы с другой стороны могли его увидеть? Если мы за пределами города были. О! Она на раз-два вообще прорубила проход. Тут проститутки, блин. Так, ну, вперед. Первый этаж, охрана. Так, паровоз. Опять паровоз. Я же другой перевод, по-моему, ставил. Разве нет? Так, короче, повсюду тут балласы. Урон все у меня еще не снимается пока, но он скоро должен начать сниматься.
просто когда бессмертие ставил, он на самое-самое максимально возможное значение поставился. И оно, когда истечет уже до пределов нашей шкалы вот этой, то он начнет сниматься. Это, я думаю, скоро будет. У него же бывало такое. Так, только вот минус ремастера этого в том, что очень темно сделали это здание. Оно очень темное, это плохо. О, еще танк один въехал, ну зашибись. А почему они с балласами-то? Это продажные какие-то, что ли, или что? Может быть, этот... Может, Тенпи не подослал? Тенпини-то тоже хочет нас убить, как мы знаем. Да, здорово. Биг Смоук, конечно, поднялся. Предав Гроу-стрит. Чувствует себя здесь королем. Там он когда-нибудь начнет сниматься урон уже, а? Я же выключил его. Я просто реально задолбался твоего территории без бессмертия. Это очень тяжело, блин, постоянно убивают. Ладно, я не пойду сюда. У нас здоровье в норме. Так, второй этаж, нарколаборатория. Как же темно, а? В оригинале нормально было, не темно. О, господи, тут еще и эти. Банда Сан-Фьерро-Рифа, блин. Что они здесь делают? Большущий, хороший вопрос, на самом деле. Так, Проклятый насморк этот бесит. С кашлем. На, нафиг. Да, ученые в одних трусах. Что же это за лаборатория такая? Ну, не все, конечно, но... Вон, некоторые нормально одеты, некоторые в трусах в одних. Не понимаю, зачем. Может, они подобные, но тоже стреляют. Так, по-моему, там за решеткой кто-то еще есть. Но я не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой, господи. На, нафиг. Да блин, кто стреляет? Я не вижу никого. Кто стреляет? Я никого не вижу. А, вот кто. Да кто еще, блин? А, еще понабежали. Да плевать, я его не найду сейчас. Давай. Третий этаж комнаты для баллас. Так, чекпоинт, отлично. Я не хотел девушку, конечно, убивать, но так получилось.
Да, знатные хоромы Биг Смоук себе отгрохал. Выглядит довольно красиво. Да, очень красиво. Вот прям очень красиво смотрится это дело. О, смотрите, урон начал сноситься потихоньку. Броня начала сноситься. А вот здоровье пока не сносится. Ну, хотя, наверное... Ну, потому что, наверное, ну, хотя какое здоровье? Сначала же броня сносится, потом здоровье. А ну, это нам не нужно. А вот туда нужно. Ой, господи, я случайно. А где бронежилет? Разве бронежилета здесь не должно быть? А там нету его? Есть сердечко только. Ай, ладно, пофигу. Ого, сколько пуль сюда влетело. Эй, Смоук! Привет, Си-Джей. Давно не виделись. Как ты узнал, что это я? Я знал, что это мой старый братан, Си-Джей. Я знал, что ты придешь сюда, и мне было пофигу. Я пришел, чтобы ты отведал силушки скорострельные, а потом я разберусь с твоими друзьями с полицией. И где они, кстати? Да ну ее нафиг. Ох, какая хорошая травка. Ты Тенпенни, да в жопу Тенпенни, в жопу его польскую балонку. Да вообще в жопу всю эту полицию, блин. Это дерьмо все в прошлом. Посмотри на себя, у тебя весь мир перед глазами. Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Смог ты... Да я сделал это, Си-Джей, мне это удалось. Я теперь неприкосновенный. Мне насрать, насрать на весь мир. Да что с тобой случилось? А какая нафиг разница? Знаешь что, давай покончим с этим. Ты надел бронежилет, Смоук? Я разочарован, я думал, ты гэнгстер. Эй, я известная личность в городе. Каждый псих на улице хочет оторвать от меня кусочек. Кто-нибудь спасайте Смоука! Ой-ой-ой-ой. Стреляйте! Помогайте мне! Да отвалите вы от меня! Лезете, блин! Лезут со всех сторон, блин! Знаешь что, Биг Смоук, давай покончим с этим. Эй, Смоук, что тебя заставило так поступить, чувак? Наркота или что? Мной завладели деньги, власть. Я не хочу ни перед кем оправдываться. О, блин. Почему ж ты просто не ушел от нас? Мы ж были как семья, чувак. У меня не было выбора, я должен был это сделать. Я просто усмотрел подходящий шанс, чтоб когда меня не станет, каждый запомнил мое имя. Биг Смоук! О,
Какой конец? Карл Джонсон, мой мальчик. Хочу тебя еще об одной услуге попросить. Ты убил Пуласки, теперь этого жердяя. Тебя не остановишь. Опусти пушку. Тебя отсюда не уйти живым, приятель. А где твой брат, а? Почему ты просто не выстрелил мне в спину, а? Чувствуешь себя незащищенным, что ли? Заткни свое зарыло и заполни чемодан. Давай-ка быстрее, мне нет времени с тобой церемониться. Ну и как ты себя чувствуешь, Стэнбенни? Твои напарники сдохли. Ты один, без прикрытия. Отстойно, да? С чего ты взял, что я один? У меня еще есть парочка шестерок снаружи. Я буду медленно открывать глаза, ну знаешь. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. Ладно, к черту, хватит. Давай сюда, мне надо еще на пожарку успеть. Да ты спятил, мужик. Тебя убьют. Да, полгода сейчас охотится на копов, Карл. Но я не имею ни малейшего желания быть вытряхнутым из патрульной машины. По крайней мере, не сегодня. И на чем ты сбежишь на самолете? Ди-ди-ди-ди-динь! Правильный ответ, Карл. Знаешь, когда-нибудь ты мне скажешь спасибо, что я тебе раскрыл глаза. О, чуть не забыл, Карл. Пора умирать. А, Свит! Что? Как... Это еще не все, Карл. Это не конец. Карл, ах ты кусок дерьма. Кусок дерьма, кусок дерьма, кусок дерьма. Вот гад, а. И как же мы теперь будем выбираться? Так, вот этот прибор пригодится. Да, хоромы знатные у него, конечно. Вот только вот интересно, вот это что? Зачем батут ему здесь? Он что, прыгал, что ли, на нем? Наверное, до потолка, может, допрыгивал. Свет вырубился, все горит. Баласы, вагасы. Давайте вот эту пушку возьмем лучше. Баласы, вагасы, вместо того, чтобы бежать, тупо по мне стреляют, блин. Сейчас-то будет сложнее пробираться, потому что теперь уже урон снимается мне. Так, надо за 6 минут вылезть, выбраться отсюда. Мудрица. А, заспаунился на моих глазах прям, ну шикарно. Так, тут полыхает пожар. Ну, огонь, кстати, более-менее видно. А, вот огнетушитель. Да плевать, я и так справлюсь. Хорошо, что огнетушитель бесконечный. Хотя в реальной жизни это не так. Так, сначала с этими займемся. Да, я их еле-еле вижу, только... Вот, блин, ну капец. Меня взяли и убили. Ну, блин. Так, короче, я перед этим в той комнате еще убил этих всех. Давайте просто перепрыгнем. Хорош. Можно, кстати, выключить. И довольно-таки красиво смотрится без этого прибора. Прям реально реалистичная атмосфера с пожаром пошла. Это красиво. Ой. Говни. Давай тушись быстрее, у меня времени мало. 4 минуты всего у меня, давай быстрее. Тушись, скотина, тушись эти... Ты, блин, издеваешься? Почему ты не тухнешь, тварь?
Да, жестко. Мне в такой атмосфере не оказаться. Ой, стреляют! Здесь пожара меньше, но тоже есть. На, нафиг, скотина. Блин, вы побежали бы лучше отсюда, а они по мне стреляли. Блин, опять скоро здоровье закончится. Ё-моё, ну где? Дебилы. Ой-ой, да вас тут много, блин! Попробуем еще раз, но немного поаккуратнее. Только надо тоже побыстрее это все равно делать, потому что... Так, надо прибор опять включить. Я, скорее всего, вижу, потому что плохо здесь все. Ой-ой-ой, блин! Так, вот что сделаем. А, я бегать не могу уже. Аккуратненько вот так просто пройдем. Ай-яй-яй-яй-яй, не-не-не-не-не-не-не-не. Позаряжай быстрее. Так, ну-ка, отключай прибор. Не вижу огня почти. Ну, точнее, видно, я бы мог бы и без него, но тут уже светло будет. Я думаю, можно и без него обойтись. Давай тушись быстрее, пожалуйста. Жалко, тут сердечко взять негде. Я сейчас сдохну, блин, и все. Быстрее, давай тушись. Так, вот здесь надо очень аккуратненько. И в огонь не зайти. Ай, да блин! Короче, я решил попробовать не засиживаться сильно долго в каких-то местах, а просто пробегать быстро. Ну и вроде даже получилось, он здоровья хватает. Все, наконец-то выбрались отсюда, блин. Все взрывается, блин. Тенпенни, ты сраный кусок говна. Я не дам тебе уйти после того, что ты сделал. Свит, нет. Так. Не. С Тенпенни пора покончить. Достал уже, серьезно. Держись, Свит. Сейчас. Поймаю. Вот говнюк, а? Наших членов давит. О, смотрите, смотрите, что делается. Коктейли в Молотова нас кидают. Все подряд. Чё же они Тенпи не так все защищают? Не понимаю я. Я помочусь на твой труп, Тенпи. Не дам я ему уйти, блин. О, господи ты, боже мой, кидают. Но эти коктейли Молотова по нам безвредны, кстати, абсолютно. Можно просто ехать и не обращать внимания на них. Это сделано так чисто, чтобы попугать нас. Ну и, кстати говоря, вот здание то взорвалось. Но мы, кстати, после прохождения финальной миссии можем зайти в него.
И, собственно говоря, по всему зданию походить. И в комнате Big Smoke тоже можем ходить. И оно не будет разрушенным. Короче, это немного странно. О, блин. Какой быстрый, а? Не догонишь. А, блин, дай... Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, ловить, 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 скорее! Не-не-не-не-не, давай быстрее, он сейчас упадет! Не-не-не-не-не-не, давай, давай, догоняй! Не-н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 е! Да блин, ну это просто эта фигня помешала, из-за которой меня развернуло нафиг. Так... Лови, 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 есть. Хватай руль, сейчас расплатимся с ними. Блюдки, прикончи их. У Тенпени, короче, двое новеньких. Предыдущие двое новеньких уже сдохли, и сдохли уже и эти. У нас на хвосте копы. Какой ужас. Похоже, в подразделении Краш слишком много продажных копов работает. Короче, надо, чтобы машину еще не уничтожили. Та задача сложная будет довольно-таки, но надо постараться. Вагасы на подходе. Этот город совсем спятил, похоже. Так, я не упущу Тенпени, будь уверен. Сосредоточься на зачистке дороги. А, они перевернулись сами уже. Вот неудачники. Бабушка застряла на машине. На всякую дрянь кидают. Ой, сколько их тут, а? Ну я стреляю по ним, давай. Чё вы не дохнете-то, ё-моё? Я ж попадаю по ним, ё-моё. Во. Чё этим вагасам надо? Чё им Тенпени-то так сдался? Они ему жопу лижут, блин, я смотрю. Я по ним стреляю, не попадают по ним. Давай, Си-Джей. Бешеный байкер в ярости. Он от... О, Тенпени от меня не уйдет, будь уверен. Сколько же их здесь, ё-моё. Стоп,
Это конец, Тенпенни. Конец. Блин, взрывы тоже повреждения наносят машине. Он теряет управление. Мы показали ему, блядь. Давайте, дебилы. Я со всеми с вами справлюсь. Вы мои. Вы мои все. Я управляю этим городом. Эй, кто-нибудь. Сюда. Офицер ранен. Быстрее, ну. Козлы, вы никогда не понимали, что я делал для вас. 50 таких, как я, и этот город был бы в порядке. Я избавлюсь от всех этих отбросов. Уже избавился. И сделаю это снова. Не, не надо. Он готов уже. Я просто хотел убедиться, что все закончилось. Все. Это хорошо. Не придется тратить на него пулю. Он сам погиб в автокатастрофе. И никто не виноват в этом. Проехали. Ты совершил невозможное. Я хочу сказать, что ты сломал систему. Я пытался добиться этого на протяжении 30 лет, но тебе это удалось только сделать, чувак. Ты символ, чувак. О, спасибо. Я очень рада, что все закончилось. А что со Смоуком? Знаю, что со Смоуком. Он всегда смотрел на такие вещи не так, как мы. Смоук всегда только был сам по себе. Ради себя старался. Это прямая дорога в ад. Что ж, сейчас тебе повешает 15 капель миксокалина. Давайте пойдем поедим. Увидимся, офицер. Звонят, блин, пипец, не в кассу как. Незнакомые номера, кстати. Теперь, когда все кончено, наши дела пойдут в гору. Будем держать все под контролем. У нас проблемы в Лас-Вентуросе, проблемы в Сан-Фьеро. Все это никогда не кончится. Конечно. Я просто хотел сказать, что семья встала на ноги. Надо крепко держать все под контролем. Куча людей точит на нас зубы. Тихо. Мы пришли с миром. Мистер Дог хочет сделать объявление. Я, то есть мы, сделали наш первый золотой альбом. А я решил сделать все грудные импланты. О, да заткнись, иди нафиг, ё-мо. Шутка, да? Что дальше? Мы могли бы проведать казино, сыграть в кости с Уильям. Не, мы сначала должны навести порядок здесь. Может, у кого-нибудь есть салфетка? А то у меня все течет на носу. Да, у меня есть, вот. Я вас. Карл, ты куда? Схожу на улицу, посмотрю, как дела там. Ну вот, собственно, игра пройдена, наконец-то. 31 выпуск заняла эта игра. Довольно длинная. Длиннее, чем GTA 5, мне кажется. Так что вот такие вот дела, собственно. Игрушка прикольная, ремастер тоже прикольный. Выглядит с ним довольно-таки круто игра. Действительно, Definitive Edition — это замечательный ремастер. С недостатками, конечно, но...
он выглядит с ним очень даже симпатично, на мой взгляд. Есть, конечно, места, где герои там темные слишком. Но, в принципе, я так сильно не пугаю. Уже. Особенно после обновлений. Ну, а сама игра GTA San Andreas, она одна из лучших, на мой взгляд, частей. Да и не только на мой взгляд. На мой взгляд, в этой игре самый лучший сюжет. Из всех GTA здесь самый лучший сюжет. Самый интересный. Ну и самый наиболее разнообразный, наверное. Потому что тут... то сначала в Лос-Андесе, потом в сельской местности, потом Сан-Феро, потом пустыня, потом Лас-Вентура, потом опять в Лос-Андес. Это очень интересно, разнообразие, это круто. Миссии прикольные. Сюжет прикольный. Ну и вот персонажи прикольные. Персонажи интересные. Много интересных персонажей игроки увидели здесь, которые до сих пор... про которых до сих пор не забывают. Собственно говоря, вот в ремастере, вот правда, единственное, чему я не был рад, я ждал, но этого не сделали, это возможность перепроходить пройденные миссии. Такой возможности, к сожалению, не добавили, я надеялся, что добавят. Почему не добавили, не знаю. Ну и... модов на добавляющих такую возможность тоже, к сожалению, нет на ремастер. Хотя вот для Android-версии сделали. Причем хороший мод прям сделали. Но сюда что-то не сделали. Моды на смену скина я бы еще хотел. Тоже не сделали нормального мода на это. Есть один мод, но он глючный и неудобный. Есть еще один, но там нету скинов сюжетных персонажей. Только NPC. Это не прикольно. Не прикольно. А так графика прикольная. Ну разве что в первых версиях только вот... в первых версиях было неприкольно. Потому что там дождь был неприятный. Глаза выдирающие, особенно ночью. Но это потом поправили. Хотя модеры исправили раньше. Туман отсутствовал. Тоже потом поправили обновление. Но тоже модеры раньше исправили. Ну и, кстати, у меня тут сейчас стоит мод на туман, потому что даже с исправлением что-то какое-то не так красиво выглядит. Сейчас выглядит отлично. Ну, собственно говоря, вроде бы все про игру сказал. Ну, у нас помимо этой игры Vice City уже пройдено. Еще GTA 3 у нас не допройдено. Мы ее допройдем обязательно. Я решил просто вот GTA San Andreas допройти побыстрее, а потом перейти к GTA 3 и закончить уже с ней. Потом. Она не такая большая, там не так уж и много осталось. Она по длительности, как в Vice City, примерно. Ну и ладно, давайте на этом закончим. С вас и господ Писоза, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну и всем пока, досматривайте титры и всем пока.